Значит, советую это упражнение делать на фоне усталости. Объясню почему, когда вы вымотаны. Вот, мышцы у вас доказаны, по большей части у всех спортсменов. Когда ты усталый, мышцы у тебя, они больше запоминают, то есть идет мышечная память. Поэтому сейчас буквально один атакует одиночными, другой через уход делает троечку. Но всегда, либо влево, либо вправо вы уйдете, всегда начинайте с апперкота. А тот, кто бьет после удара, всегда руку держит так, чтобы апперкот вбился. То есть неважно, если он ударил первой рукой, левой, раз, я вот здесь ударил. Либо он этой же ударил, я ушел сюда, неважно. Но он бьет по очереди левая, то есть сейчас работаем именно скорость средняя, даже чуть-чуть ниже средней, чтобы атаковали, да? То есть пошел, раз отсюда, раз, и любая двоечка потом, да? Все, разошлись, двигаемся. Потом другую ручку бьет, раз, да. Я также могу в эту сторону уйти, бей. Но стараемся вот так вот не уходить, а чтобы он вам буквально прям по волоскам чиркнул, что другой рукой. Вот, и отсюда сразу. То есть если в эту сторону уходите, всегда апперкотом начинаем задним. Только не надо делать, знаете, каким образом? Вот так. Это слишком много времени. Уклонились, вот отсюда сразу. Не забываем довернуть, тогда будет удар сильнее. Здесь то же самое. Раз, сюда. Еще раз показываю. Не быстро, но средний, как получается. Двигаемся. Можно раз. Можно сбить. Оп, да. Всегда первый апперкот. Двигаемся. Да. Все, на фоне усталости. Да. 3-4. Самое главное, уход и сразу апперкот. Потом другие комбинации. Понятно? Понятно, да. Все ясно? Да. Все, поехали.